Образование более качественным, современным и технологичным и позволяет нам сегодня донести до каждого студента, до каждого учащегося лучшее, что есть в нашем российском образовании. Но это и образование, которое нацелено на решение целого ряда социальных вопросов, на увеличение доступности качественного образования для всех категорий жителей Российской Федерации, независимо от их мобильности, подвижности, независимо от того места, где они проживают. Именно поэтому мы собрались вот в таком очень представительном составе для обсуждения такого важного вопроса. И я прошу поработать всех таким образом, чтобы действительно выйти на результат. Большое спасибо. И я с удовольствием передаю слово министру образования и науки Российской Федерации Ливанову Дмитрию Викторовичу. Что мы предлагаем сделать? Первое. Включить требования по использованию вузом электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в показатели мониторинга вузов, которые мы ежегодно проводим, аккредитационные и лицензионные показатели, также отразить это в государственных образовательных стандартах. Второе, нам предстоит, и мы это будем делать на базе сетевого взаимодействия ведущих университетов, сформировать такую коммуникационную технологическую платформу для того, чтобы координировать наши подходы с точки зрения тех технологий, которые будут использоваться, тех программных продуктов, которые будут использоваться. И третье, то, что я уже сказал, это переподготовка, повышение квалификации как педагогического, так и управленческого состава высших учебных заведений, а также положение лицензирования образовательной деятельности. Уважаемые коллеги, мы случайно находимся в этом университете. Университет бесспорно является лидером электронного обучения в нашей стране. Об этом говорит и членство в нескольких международных ассоциациях. Об этом говорит тот факт, что, соответственно, Владимир Павлович Тихомиров уже много лет бессменный председатель экспертного совета Государственной Думы по электронному обучению и информационным технологиям образования. Название совета менялось, председатель сохранялся. Тут важно в данном случае то, что как раз здесь накоплен, пожалуй, наибольший опыт электронного обучения. И я благодарю руководство университета, которое плотно с нами работало по созданию законов.